Вот такая, друзья, красавица. Я как сказал, это такая в районе килограммчика, может даже чуть меньше. Но с учетом, что мы будем ее готовить, это супер. А смотрите еще, что покажу, пока показывал вам с другой стороны. Смотрите, почти килограммовая мольва, ну, длиной она сантиметров 50, может даже 60. И вот на ней какие посередине туловища хорошие порезы. И порезы явно от того, что кто-то ее пытался съесть. То есть рыбка здесь явно плавает очень крупная.